Людмила Владимировна, я вас сердечно приветствую. Да, и... Добрый вечер, доброго времени суток, Хасай Магомедович. Всем участникам школы «Человек будущего» Homo Futurus представляю представителя Академии технологических наук. Так, Людмила Владимировна, пожалуйста, да. Важное сообщение, полезное и интересное для всех. Международная академия технологических наук рада сообщить вам всем, что мы начинаем серию проводить круглых столов. И самый первый наш будет круглый стол, приглашенный Хасай Магомедович Алиев. И будет круглый стол называться «Стрессоустойчивость. Метод ключ. Хасай Алиев». Да, помоги ключ себе. Ключ помощи себе. Да, ключ себе. Помощи себе. Да, да, потрясающее название сейчас настолько актуальное, потому что это как раз-таки то, в чем именно нуждаются все люди на земном шаре. Повысить стрессоустойчивость, стало быть, иммунитет, потому что это взаимосвязанные вещи. Спасибо вам большое. Спасибо. А когда примерно начнутся круглые столы? Мы надеемся, что где-то с 15 августа. Вот как. Я думаю, что все вот сейчас участники нашей школы распространят по своим группам, по своим связям в соцсетях о том, чтобы все ждали, потому что Академия международная технологических наук очень серьезная академия, и когда оттуда идут эти круглые столы. Хасай Магомедович, давайте проведем раньше, через неделю буквально. Назначайте день, вечер, и мы проведем круглый стол. Давайте сделаем. Зачем так далеко откладывать на самом деле? Ну, правильно, правильно. Это же каждому сегодня остро нужно. Да, да. И чем быстрее мы начнем с вами это сотрудничество, тем большее количество людей узнает о этом мероприятии и о этих полезностях, которые вы можете дать при помощи своего метода ключ. Да, потому что для массового слушателя, который слушает, допустим, школа массовая или еще что-то. А здесь как раз-таки научные критерии подбора индивидуальных действий, синхронных к текущему состоянию, чтобы каждый человек от мала до велика, от школьника до людей преклонного возраста, вот как я, например, еще и старше, могли бы быстренько-быстренько снять стресс, повысить стрессоустойчивость и иммунитет. Это ж такая защита для всех. Давайте, а мы можем это сделать с 20 часов вечера? Конечно, конечно. Хорошо, по-моему, это будет удобно всем после работы, да? Да, да, согласна с вами, да. Спасибо вам сердечное, спасибо вам сердечное. Всего доброго. Жду от вас задачи. Первой задачей вы мне, пожалуйста, за 2-3 дня подскажете, когда мне надо быть готовым, и мы все вместе собираемся, и вы начинаете, а я включаюсь, и все вместе участвуем. До Хорошо. Встречи. До встречи, Хасай Магомедович. Всего доброго. Спасибо. До встречи.